Добрый день! Сегодня мы находимся в Ярцевском районе Смоленской области. И в этой теплице выращивается рассада для нашего опытного участка. Посев капусты был произведен в апреле, и настало время высаживать нашу рассаду в поле. Но в поле нашу капусту может ожидать угроза в виде крестоцветных блошек, которые могут полностью уничтожить маленькие растения. Чтобы этого не случилось, мы обработаем нашу рассаду раствором Актары. И вот наша рассада уже в поле. После высадки капусты прошел небольшой дождь, что, конечно же, поможет растениям хорошо прижиться на новом месте. Капуста требовательна к воде растения. И на случай, если дождей не будет, под каждым рядком у нас проложены трубки капельного орошения, через которые подается вода, а также производится питание минеральными удобрениями. Мы продолжим следить, как развивается наша капуста, и расскажем вам об этом в следующих роликах. До новых встреч!